привет, всех приветствую, и сегодня хотела начать свое видео с Икеи в нашем доме. Дело в том, что пока мы обустраивались дома, очень много полезных штук я для себя открыла из Икеи, вот хочу поделиться. Первая, вот такая вот штука, она наверху у нас стоит, сейчас камера сфокусируется, вот она. И сейчас покажу поближе. Это на кровати у меня вторая такая же. Это вот такой тканевый, как типа короб, вместительный, просто офигенский. А что мне в нем понравилось? Во-первых, он белого цвета и абсолютно такой нейтральный. Вот, смотрите. Видите, он там стоит на шкафчике, его особо не видно. Я потом это все уберу в другой шкаф, во второй, который к нам придет. Но сейчас пока что вот так вот лежит, аккуратненько все. На самом деле там две огромных коробки. И вот смотрите по наполнению. То есть он полный, тут даже есть еще и обувь. Вот здесь дышащие вот такие уголки, таким образом это позволяет положить даже обувь, ну то есть все дышит классно. Я, конечно, так как здесь обувь храню, положила такие впитыватели влаги, что я даже не найду, ну куда-то между обувью я положила, однозначно это я помню. Вот, и можно вот так закрыть, и смотрите наверх, я тут разбираюсь, полный диван накидала всего. И наверх можно поставить такие невзначай коробочки, так удобно. Это вот первая вещь. Я оставлю ссылку, как она называется, эта штука. Очень классные, они бывают разных размеров. Сейчас дальше покажу свои находки. Так, сейчас мы пришли в ванную. И в ванной у нас три вот таких короба. Тоже они мне очень понравились. Я оставлю ссылку и название, как они называются. Офигенские. То есть обычно в ванной вот здесь вот все наставлено. Вот папа купал ребенка, надо тоже убрать. Вот. А когда здесь такой вот порядок, здесь вот духи все, все духи мужа, здесь всякие мыльно-рыльные дела. Вот, и здесь вот зубы чистить и всякие штуки-дрюки. Ну, смотрите, как мило смотрится, вообще так ненавязчиво. На самом деле это огромная гора пузырьков. Прям очень классная штука. Потом, смотрите, вот здесь на машинке я поставила вот такую еще штучку. Она тоже из Икеи, по-моему, а может быть и нет. По-моему, из Икеи. Посмотрю сейчас название, но в Икеи тоже есть подобные. Для мелочей. Это для того, чтобы вот, ну, прям вот сию же секундное что-то такое быстрое, чтобы не было просто мусора, потому что у нас тут такая полочка, над стиральной машинкой, чтобы не было здесь такого мусора. Дальше, что мне тоже очень нравится. Так, это вот такая коробка. Вот она. Она собирается за 5 секунд, она картонная. Вот здесь можно подписать что-то. Есть вот такие ручки. Сбоку тоже можно. Нет, сбоку не можно. Или с третьей стороны. А, вот здесь тоже можно вставить название. И просто вот такая коробка. Коробки эти, смотрите, я поставила тоже на шкафу. Они тоже не занимают места и настолько незаметные, неприметные. Вот, смотрите, я их поставила вот сюда на шкаф. Потом у нас тут будет антресоль, но оно и не важно, оно и в антресоль войдет. И вот за этим цветком там уже одна коробка есть. Она такая неприметная, я вторую сюда поставлю, тоже чтобы сейчас пока что все разобрать и прибрать. Вот она вообще просто супер, прям я довольна ей очень. Так, дальше, кухня. Это вот такие короба. Вот у меня их 4. Вот эти снизу, они на большее количество литров. Я напишу ссылку, оставлю на сколько. Вот эти меньшее количество литров. Насколько удобно. Так как в Германии знаете, что сортируют мусор, и всегда с мусором проблема, куда его ложить, что ложить и как, я приспособила. Здесь у нас пластиковые бутылки. Вот муж пойдет сдавать. Возьмет эти пластиковые бутылки. Здесь у нас бумага. Это папиры, бумага, сдают 2 раза в месяц, мы выносим на улицу. Дальше, это короб с пакетами,
просто всякие пакеты. Их много, всегда всякие сумочки хозяйственные, вечно они валяются, и всегда не знаешь им применения. А тут так чистенько, аккуратненько, друг на друга их можно складировать. Вот тут вот открывается, классно вообще. И здесь у нас банками. Потому что банки надо ходить выкидывать, тоже какое-то время нужно хранить их дома, пока не выкинешь, тоже очень удобно. И вот в начале видео хотела просто поделиться, вдруг кто-то не знает, или кто-то как раз думает, как устроить мусор, как его приспособить, а тут вот такие штуки. Вот таким образом я закрыла эту дырку, как я говорила вам, в кухне. Но у меня есть барный стул, муж, может быть, на днях соберет, он тоже белый, может быть, здесь можно будет еще сидеть, посмотрим, потому что так-то прям... Тут цветочки у нас, вид из окна такой милый, можно как-то здесь и барный стульчик поставить. Вот, и на это окно я хотела такую, как жалюзи, но только внутреннюю, потом покажу беленькую. Именно если нет вот этой палки, наверху вообще идеально. Но потом покажу, как смотрится. Так что вот, вот такие вот небольшие находки, если что-то вспомню, еще выложу. Но вообще прям последнее время IKEA меня очень-очень радует. Раньше как-то я ее особо не понимала. И хочу продолжить свой влог, показать, чем мы сегодня утром занимались. Не стала снимать процесс, тут были родители мужа. Значит, рядом с диваном собрали вот такой стол. Я потом покажу, как комната получится в итоге. Значит, что нового у нас в комнате? Во-первых, вот этот, вот это ковровое покрытие, да? Да, Милюшка, сейчас будем кушать. Оно такое светленькое, приятное. И решила я взять на весь пол абсолютно. Мы вам не мешаем? Я вообще-то стол показывала. Я вообще-то телезрителям показывала стол. Лео. Иди покури. Ты мешаешь мне снимать. Так, ну и не стала снимать в процессе. Значит, вот так у нас получилось. Тут поставила компьютер, правда, заряжать. Значит, это не покупали мы сейчас. Это есть у нас уже года полтора. Я хотела еще, чтобы в той квартире это все было. Но не получилось, там и места не хватило, и потом ребенок родился, и запакованное у друзей стояло, вообще не до этого было. Ну, значит, что здесь? Два барных стула, да, и достаточно толстый такой устойчивый, хороший стол. Здесь можно бутылки поставить со спиртным, здесь, ну, как просто стол, да. Вот так вот. И вот ковровое покрытие, которое есть. Это вот новое из преображений в зале. Потом я буду красить еще стену, вешать часы, штор еще нет. Ну, то есть дел еще дофига. Ну, это вот то, что сейчас сделали. Так, и для ребенка в детскую собрала тоже вот такую штуку. Сейчас здесь поставила просто. Здесь ставить обувь. А здесь вешать одежду, ту, которая... Ну, вот просто ребенок... Сейчас в ней ходит, да, пришел с улицы, чтобы в общий шкаф не вешать. А здесь вот ее всякие жилеточки, сарафанчики, платьюшки, там, вот то, что она сейчас носит. Вот, ну и дальше можно заполнять квартиру уже всякими шмотками. Кстати, еще один прикол. Вот эта тумбочка, ну сейчас на нем всякий хлам лежит, потому что... Ребенок игрался, я просто от нее убрала. Вообще-то мы заказывали стол журнальный, красивый журнальный стол. Представляете, прислали вот такую фигню. И так как мы вовремя не могли... Да, Эмилюшка, да. Вовремя не могли посмотреть, потому что все это у нас было у друзей в келлере. Теперь уже даже того стола нет в продаже. Так что сейчас это все расставлю. Это ее горшок, мы тут будем скоро приучаться. Ее игрушки, это пили они, родители, водичку. Но это все я уберу. О, просто хотела в процессе даже показать. Потом, когда наведу порядок, покажу, как это все у нас. Так, и пока мы делали, значит, прискакал
почтальон и принес нам посылку с чемоданами. Вот сейчас хочу распаковать. Прямо ждала ее жутко. Решили в этом году... Ты специально кричишь? Обновить чемоданы. Здесь 3 чемодана на самом деле. Сейчас распакую, покажу. Так, я тут уже раскрыла. Опять куча папиров будет. Они, видите, один чемодан в другой заложили. Ой, я их подниму. Сейчас муж придет. Пусть поднимает. Решила взять серые. Были и синие, и черные, и всякие. Ну, думаю, блин, не знаю. Как-то... Ну, чтобы на все случаи жизни были. Не знаю, я насчет синих и желтых. Какие-то нейтральные такие взяла. А здесь какие-то бирочки повесим или что, как отличительный знак. Ну, не стала я, короче, изгаляться с цветом, что-то придумывать. Так, сейчас он мне его достанет. Чемоданчик этот. Милюшка, кушай. Они один в другом. Получается тяжеловато. Так, ты, наверное, клади и давай распаковывать их. Тут смотри еще, вон, все с этим, с кодом. Ой-ой-ой. Тут еще не просто так все сделать. А где ключики, интересно? Вынулась. Опа, как матрешка. Ну вот этот как мой старый чемодан, да? Да, вот колесики. В принципе, вместительный на троих нам должно хватить. Так, этот поменьше. Это папин будет или Милюшин? Или брак? А давай посмотрим, как. Да нет, я думаю, нет. Нет, нет. Она туда-сюда как бы. Ну, похожая на мой чемодан, да, на розовый. У меня просто чемодан уже 10-летней давности. Пришлось менять. Уже он не выдержит. Так, еще один. Вот их 3. Маленький, в принципе, удобно. Ты вынимай тогда сразу в гельбазаке вот эти. Этот распак. Угу. Это будет папин чемодан. Нет, папин, наверное, самый маленький будет, да? Милюшкин самый большой, мой средний, а папин вот самый маленький. Вот это твой чемодан, папа. Дай бог бы прослужили подольше. Взяли средний, не сильно дорогой, не сильно дешевый. Вот этот сет был с большой скидкой за 100 евро. Ну, что-то там 100 с копейками. Потому что вдруг разобьют, если даже. Не так жалко. Опа. Да-да, зайка, да-да. Кушай. А где ключи? Ключики? Наверное, в кармашке где-то. Нету? Либо там кодовый замок только, без ключа. Там, наверное, только кодовый. А это? Ну, это код. А, это ключ, да. Какой-то ключ. Я просто всегда делаю на замочек. Я вот это не люблю. Вот эту вот катавасию. Я просто 2 замка всегда соединяю. Как они вот соединяются? Покажи, где он. Давай застегнем. У нас эти замочки маленькие есть. Вот. 2 колечка вместе. И все, мне кажется, это надежнее. Ну и что, а как вот ты его открывать будешь? Какой тут код? А, тут 3 0. Сейчас стоит. Ну, фиг знает. Ну, может быть, можно и так. Но мы же все равно прозрачной этой лентой, да, замотаем. Жалко же новую. Мы на русский манер все равно прозрачной лентой этой упаковываем.
Иностранцы не упаковывают, вообще никогда не видела. У них чехлы есть для коферов. Ну, все-таки серый цвет приятный, да? Ну, выстави их вот так вот, три. А ты думаешь, тут где-то? Вот она. Можно уже потихонечку загружать с ребенком. Главное, ничего не забыть. Давай я тут пролажу. Ну, короче, все. В отпуск мы собрались. Мне нравится так, что они одинаковые, что... Ну, не какой-то халам-балам, у каждого там свой своего цвета, а сразу, чтобы издалека было видно. Ну, теперь главное, чтобы подольше служили. Цена, конечно, средняя. Там есть такие цены, что один чемодан и 150, и 200 евро, и дороже. Но мне жалко, блин, их так швыряют. Ну, вот реально жалко. Ладно бы один раз купил, и там на 10 лет хватит. Ну, вот, вот такие. Хороший цвет, нравится тебе? Приятный такой для мужчины и для женщины, в принципе, да? Ну, что бы мы купили, розовые или оранжевые, да? Или синие? Короче, вот, вот так. Начинаем потихонечку паковаться. Ты продолжаешь у нас танцевать? У папы хорошее настроение.